Всем добрый день. Давайте будем начинать. Сначала небольшое объявление. У нас есть некоторые коррективы в нашем плане, в расписании на будущие семинары. Вот поэтому пока что все собираются еще, я их расскажу. Значит, так как у вас на данный момент идет матстат, и мы в какой-то степени, там, несколько семинаров у нас было по статистике и Тервьеру, где мы опережали материал, который у вас есть. Вот, было принято решение перенести часть материала, которому мы должны были посвятить текущие семинары, следующие, по статистике на конец. То есть блок по статистике у нас начнется в самом конце, и сразу же после него мы начнем говорить там о более сложных вещах, о том, как статистика используется, какие там можно критерии проверять, гипотезы и так далее. Вот. А сейчас, с текущего занятия, у нас с вами начинается достаточно большая и сложная тема, которая в какой-то степени будет связана со статистикой, но мы будем обсуждать ее чуть-чуть отдаленно, и ее будет легче рассказать без статистики, чем материал по гипотезам и АБ-тестам. Вот, мы с вами начинаем проходить машинное обучение, и на текущем занятии его начнем, там, на следующих будем говорить о каких-то концепциях, о каких-то там вещах, которые в машинном обучении есть, о терминах различных. Вот, сегодня материала будет достаточно много, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, спрашивайте, если будет что-то непонятное или что-то совсем тяжелое, будем проговаривать, еще раз смотреть, разбирать. Вот. Мы сегодня не будем разбирать там какие-то сложные модели или еще что-то вроде такого. В основном сегодня поговорим о концепциях, которые в машинном обучении есть, и разберем это на простых моделях. Почему мы можем так сделать? Все просто, потому что очень много именно концепций, которые в машинном обучении применяются, они распространяются на все практические модели, на там все задачи и используются, ну, практически везде. То есть есть сложные материалы там, с точки зрения там, каких-нибудь тяжелых моделей или какой-нибудь тяжелой обработки, вот, но они все равно все строятся на каких-то базовых, простых концепциях, которые мы, собственно, сегодня о которых мы сегодня с вами и поговорим. Вот, поэтому давайте, если тогда вопросов нет, будем начинать. Если есть вопросы, можно сейчас спросить, если кого-нибудь что-нибудь интересует. Окей, если вопросов нет, давайте будем начинать. Экран. Так, экран видно? Скажите, пожалуйста, как будет видно? Да, все видно. Угу, отлично. Хорошо, давайте тогда начнем. Еще раз повторю, если у вас возникнут во время нашего семинара какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их, потому что материал действительно новый, тяжелый, и какие-то вещи будут совсем для вас новые, поэтому очень важно их разобрать именно сейчас. Окей, импортируем все необходимые нам библиотеки и немного поговорим концептуально о том, что такое машинное обучение, как обычно там все происходит, для чего оно нужно и так далее. Значит, вот здесь вот на картинке представлен такой простенький пайплайн того, как обычно можно там обобщить любую задачу по машинному обучению. Понятное дело, что это подойдет там не для каждой задачи, но большинство из них по вот такой вот схеме можно разобрать и решить. Значит, у нас есть какие-то исходные данные, которые нам предоставили откуда-то, мы их где-то взяли, закупили, как-то их спарсили с интернета, в общем, каким-то образом их они у нас есть. И нам повезет, если эти данные нам пришли в хорошем виде, то есть мы сразу по ним можем
что-то построить, посмотреть там на какое-нибудь распределение, оценить то, что мы с ними будем делать и так далее. Но очень часто так бывает, что данные приходят не очень в хорошем виде, приходится там заполнять пропуски, удалять выбросы, как-то обрабатывать строковые данные и так далее. Вот, соответственно, это первый этап такой большой, который встречается в пайплайнах машинного обучения, это обработка наших с вами первоначальных данных. Затем, после того, как мы их там обработали, посмотрели на них, провели так называемый EDA, далее мы разделяем нашу выборку каким-то образом на обучающую и тестовую. О том, что это такое, мы еще сегодня поговорим. Значит, берем нашу обучающую выборку, то есть ту выборку, на которой будем учить нашу модель, закидываем это все в какой-то алгоритм машинного обучения, и уже с помощью этого алгоритма в дальнейшем мы можем что-то предсказывать. Например, нам приходит новый объект какой-то, которого раньше не было в нашей выборке, мы выдаем какое-то предсказание. Ну, самый простой такой пример можно взять. Например, представь, что вы работаете в банке и решаете задачу кредитного скоринга. То есть у вас задача, она будет называться задачей классификации, потому что у вас всего может быть два ответа, выдать кредит или не выдать кредит. И раньше, когда не было машинного обучения, как обычно принималось решение? Сидел, значит, какой-нибудь менеджер, к нему приходил человек, менеджер там работает условно уже 10 лет, он видел людей, которые к нему приходили, видел их анкеты, они там заполняли какую-то о себе информацию. Значит, этот менеджер сидел и каким-то образом, может быть, с точки зрения там, его опыта, может быть, какой-то алгоритм был уже разработан, но на листочке он принимал решение, значит, выдавать этому человеку кредит или нет. Когда наиболее широко там начало распространяться машинное обучение, таких людей такой алгоритм можно легко сделать там, в питоне условном. То есть построить какой-нибудь алгоритм на правилах, который там, будет выделять признаки, которые наиболее важны, там, для того, чтобы человек выплачивал кредит, менее нужны. Мы, опять же, человека просим делать то же самое, заполнять эту анкету. У нас уже есть какая-то история, то есть у нас есть эти анкеты, у нас есть за время того, как мы дали кредиты, какая-то информация о том, выплачивал ли такой человек кредит или не выплачивал. И, соответственно, мы обучаем на этом всем алгоритм, который нам в будущем такие ответы по новым людям будет давать. Вот это если там рассматривать какой-нибудь простой пример по задаче классификации. Вот. Сегодня мы с вами поговорим о другой задаче, о задаче регрессии, но больших различий с точки зрения там, обработки, например, данных у двух этих задач, они, конечно, бывают, то есть это все зависит от того, какую задачу вы решаете, но в целом до того момента, как мы дойдем до алгоритма самого, особых различий больших не будет. Вот, поэтому, когда мы говорим там, о том, какие вообще бывают задачи, регрессии, классификации, тоже сегодня более подробно разберем. Вот один из типов таких задач уже посмотрели. Классификация. Когда нам нужно ответить на вопрос «да, нет». Классификация также бывает и многоклассовой, то есть не просто, где у нас и бинарный ответ «да, нет», а, например, мы хотим определить там какой-то, мы хотим получить предсказание по какому-то определенному набору, ограниченному набору категорий. Например, значит, мы там по фотографии предсказываем, какой марки эта машина, что-нибудь такое. Хорошо, давайте посмотрим на те данные, с которыми мы будем сегодня работать, на которых мы будем нашу задачу решать. Посмотрим, что у нас будет в качестве целевой переменной и в качестве признаков. Значит, наш датасет, видно, что состоит из 200 наблюдений. У нас есть 5 колонок. И, соответственно, одна из них – это та колонка, которую мы хотим предсказывать. То есть и будет у нас одна колонка, так называемый таргет или целевая переменная. Это все одно и то же, которую мы с помощью других, значит, признаков будем предсказывать. Какие у нас есть признаки? Какие у нас вообще есть столбцы и колонки в нашем датасете? Колонка TV первая. Доллары, потраченные на TV-рекламу для какого-то продукта. Вообще мы будем работать с данными о рекламе и продажах. То есть у нас, значит, есть какие-то наблюдения,
где, соответственно, есть какие-то затраты там, на рекламу, на ТВ, на радио и на газеты, и есть какие-то продажи там, в определенной этой точке, в каком-то регионе. И информация о том, что это за территория. Это, значит, сельская местность, город или пригород. Соответственно, ТВ – это деньги, доллары в тысячах, измеренные в тысячах, потраченные на рекламу на телевизоре для какого-то продукта. Радио – это, соответственно, доллары, потраченные на рекламу на радио. Ньюспейпер – это деньги, потраченные на рекламу в газетах. Area, как я уже сказал, это тип объекта, где у нас происходила реклама, то есть это сельская местность, пригород или город. И наша целевая перемена, то есть ту, которую мы хотим предсказывать, это продажи. То есть сколько мы в тысячах вот в данной точке товара продали. Как вы думаете, зачем нам вообще может понадобиться предсказывать вот эти вот продажи? То есть мы построим модель, например, да, она у нас в зависимости от, там, как, от того, какая у нас территория, сколько мы потратили на рекламу, будет предсказывать продажи. А зачем нам это нужно? Какие у вас есть версии? Получается, чтобы понимать, сколько денег на какую рекламу мы должны потратить, чтобы привлечь потребителей из разных зон. Хорошо, как вариант? Еще какие есть варианты? Может, самые выгодные, наоборот, увеличивать, а те, которые наименее привлекают рекламу, убрать? Может. Ну, то есть искать оптимальное там, распределение на рекламу на разных, на какой-то из этих площадок, да? Там, например, мы поймем, что если мы на телевизоре будем больше всего тратить, то это нам там больше выгоды условно и принесет. Еще, например, мы вообще задача, которую мы решаем, она нам в целом, допустим, у нас нету, значит, влияние на то, сколько мы тратим на рекламу, мы получаем только значение продаж. Как мы можем это использовать? Ну, в целом мы можем это использовать даже с точки зрения логистики. Например, у нас есть какой-то товар, который мы предсказали, что будет продан в количестве 10 тысяч штук. Но зачем нам тогда у производителя закупать, например, 20 тысяч? Мы эти 10 тысяч закупим, какой-то там излишек на всякий случай возьмем и будем его продавать. А оставшийся товар не хранить на складе, не перепродавать его куда-то там еще, мы как бы все сделаем оптимально. То есть самый простой ответ – это мы сможем там с точки зрения логистики, с точки зрения количества там, закупать ровно столько товара, сколько нам нужно. То есть мы, например, идем в какой-то новый объект, новый город или там пригород, или какое-то село или деревню. Значит, у нас есть данные по тому, сколько там затрачено было денег на рекламу. И нам нужно понять, сколько нам товара нужно для этой местности закупить. Вот наша модель тогда идеально подходит для того, чтобы на этот вопрос отвечать. Давайте посмотрим на наши продажи, нашу объясняемую переменную. И видно, что в целом распределение у нее более-менее хорошее. То есть нету каких-то больших выбросов, нету каких-то неадекватных значений. И в целом кажется все более-менее нормально. Чем вообще выбросы могли бы быть нам вредны? То есть почему выбросам такое большое внимание в машинном обучении, в анализе данных уделяется? Ну, во-первых, выбросы они могут быть в целом какими-то неадекватными и могут там, не соответствовать реальной картине вообще того, что происходит. Представьте, что у вас по продажам были бы, например, они отрицательные. Но очевидно, что такой выброс его там не просто нужно как-то с ним бороться, его в целом надо убрать. То есть кто-то там знак перепутал или вообще непонятно, что с этой продажей произошло, там какие-то данные плохие пришли. Надо его убирать. Ну и второе, если у нас есть какой-то один выброс очень большой, а модели, которые мы обучаем, есть, которые умеют с этим работать, но в большинстве своем модели, которые используются там, в машинном обучении, они пытаются построить, подобрать такие параметры, чтобы мы могли максимально точно что-то предсказывать. И, конечно, когда у нас появится там какой-нибудь большой выброс, наша модель будет стараться его тоже как-то учесть. Вот есть в машинном обучении техники, которые позволяют бороться с такими выбросами, даже не чистить их, а в целом, даже с самыми простыми моделями, делать небольшую магию для того, чтобы
эти выбросы никак не учитывались. Но если мы просто построим модель на данных, у которых есть там большие выбросы, наша модель будет, скорее всего, неадекватной. То есть она будет предсказывать что-то среднее между нашими адекватными данными и каким-то выбросом. То есть пытаться его тоже как-то учесть. А нам это не нужно. Поэтому выбросы, даже если мы как бы смотрим на таргет, и это на самом деле не то, что даже, а в большей степени, когда мы смотрим на наш таргет, на ту перемену, которую мы хотим прогнозировать, выборы из нее лучше убрать или как-то обработать. Вот. Давайте посмотрим на наши переменные объясняемые и посмотрим на их связь с нашей целевой переменной. То есть построим вот такие вот графики, где у нас, собственно, будут располагаться по оси Y продажи и по оси X переменные, которыми мы хотим эти продажи объяснить. Например, затраты на TV. Видно, что в целом зависимость какая-то присутствует. То есть чем больше мы тратим на рекламу в телевидении, тем продажи в среднем выше. Однако зависимость кажется, что нелинейная. И чем больше мы тратим денег на рекламу на телевизоре, тем у нас дисперсия наших продаж увеличивается. То есть если мы тратим там 100 тысяч долларов, да, то у нас там распределено это все от 7 до 15. То есть не такой большой промежуток, там, мы можем чем-то пожертвовать. Но если мы уже тратим, например, 300 тысяч, то у нас наши продажи распределены от там, 12 тысяч до 30 практически. То есть уже достаточно большой интервал, который не факт, что устраивает нас. То есть готовы ли мы так рисковать, ну, об этом еще нужно подумать. Вот. На втором графике у нас зависимость от затрат на рекламу на радио. Видно, что тоже какая-то зависимость есть, то есть точки расположены вот на какой-нибудь там прямой. Наиболее плотно, однако, есть достаточно большое количество наблюдений, которые отклоняются от этого тренда. То есть кажется, что не всегда затраты на радио. Возможно, есть какая-то скрытая переменная, значит, которая указывает на то, что не всегда затраты на радио нам действительно могут увеличить продажи. То есть есть ситуации, когда мы тратим достаточно много на рекламу на радио, а получаем достаточно низкие продажи. Ну и газеты. Видно, что тут вообще никакой информации по графику мы получить адекватно не можем. То есть если бы мы строили какую-то линию, которая бы равноудаленно от всех точек проходила, непонятно, то ли она бы шла вот так, то ли она под, значит, положительным углом, то ли под отрицательным, то ли просто ровно параллельно оси X. Кажется, что никакой там адекватной информации нам газеты не несут. Во всяком случае, по графику. Так, окей, давайте пойдем тогда дальше и посмотрим на корреляцию между, собственно, продажами и вот этими нашими тремя переменными. И вопрос к вам, знаете ли вы, что такое корреляция? Было ли у вас уже это, или это неизвестный для вас термин? Да, было. Отлично. Давайте я тогда кратко напомню. Корреляция – это… Корреляция нам показывает, значит, какое-то число, и в целом мы можем проинтерпретировать корреляцию как линейную взаимосвязь между признаками. То есть корреляция – это некое число, которое может быть от минус 1 до 1, и оно нам показывает, насколько линейно связаны наши каких-то два признака и целевая переменная. И вот видно, что у TV, например, это самое большое значение, у радио поменьше и у газет еще меньше. Чем такие вот значения могут нас не устраивать? Почему они плохие? То есть вот мы там получили значение, например, 0,57. Ну, кажется, достаточно высокая корреляция. Почему это может быть не так? Почему вот то, что мы с вами посчитали, это не отвечает там точно на вопрос, а есть ли какая-то вообще взаимосвязь и нужен ли нам этот признак вообще как-то использовать? Есть идеи?
Хорошо, тогда такой вопрос. Корреляция, которую мы считаем, это случайная величина или это фиксированное значение? Хорошо, любую оценку, которую мы по данным считаем, мы с вами это обсуждали, средняя, медиана, неважно что, это будет случайная величина или какой-то параметр нашего распределения? Например, если я посчитаю среднее по продажам, это что будет? По идее, фиксированная. Нет, это будет случайная величина. Значит, случайно. Почему? Еще раз, давайте вспомним. У нас есть некая генеральная совокупность по вот нашим этим продажам. Мы о ней ничего не знаем. То есть это созданная там природой генеральная совокупность, которая, у которой есть параметр среднее значение и так далее. Мы всего лишь используем выборку. То есть у нас есть, значит, продажи, 200 наблюдений, какая-то выборка из этой генеральной совокупности. И по этой выборке мы посчитали среднее значение. Если бы у нас была какая-нибудь другая выборка, или мы разбили бы эту выборку на несколько частей и посчитали бы на них среднее значение, оно бы везде отличалось. От выборки к выборке оно было бы, скорее всего, разным. И поэтому среднее значение – это случайная величина. Параметр фиксированный, о котором мы ничего не знаем, мы его и пытаемся оценить как раз-таки. То есть наше среднее значение, оно указывает нам, и мы хотим, чтобы оно указывало нам на значение нашего реального параметра. Но как бы выяснить о нем мы ничего не можем. Только если в питоне не нагенерируем какое-нибудь распределение. И когда я считаю корреляцию, соответственно, тоже она от выборки к выборке будет меняться. То есть это случайная величина. А какие у нас есть у случайной величины свойства? Кто скажет мне основные? Почему случайные величины, вот мы получили какое-то число, почему это никак нам, точнее, это что-то нам о нашем параметре говорит, но не полностью то, что мы хотели. Вот. Что мы здесь упускаем, когда смотрим на такое вот значение? Так, ну хорошо, напоминаю, мы упускаем такую важную величину, как дисперсия. То есть, если мы получили число 0,57, это, конечно, все хорошо, но дисперсия у случайной величины вот этой корреляции, она может быть достаточно высоким. И когда мы построим доверительный интервал, он, например, может быть от там, минус 0,1 до 1. И такой интервал содержит в себе 0. И мы, допустим, строили там 95% интервал. То есть с 95% вероятностью наш интервал покрывает 0. И корреляция может быть равна нулю, реальная корреляция из генеральной совокупности. Именно поэтому точечная оценка – это не всегда хорошо, и мы в будущем, опять же, мы об этом говорили на прошлых лекциях, но еще в будущем, когда вернемся к статистике, мы будем смотреть, как можно там, строить доверительные интервалы, ну, уже более продвинуто, там, как можно смотреть на такую так называемую p-value величину и говорить о том, что а вот действительно ли ту корреляцию, которую мы посчитали, она статистически значимая. Может быть, она как бы есть точечная оценка какая-то. Она не равна нулю, а в реальности никакой взаимосвязи нет. Такое вполне может быть. Именно поэтому точечные оценки, с ними нужно быть очень-очень аккуратными. Хорошо, немного про статистику все-таки не смогли мы от нее уйти. Немного ее затронули, но давайте пойдем дальше. У нас сегодня еще действительно очень-очень много материала. Давайте попробуем прологарифмировать наши переменные и снова посмотрим на наш график. Мы прологарифмировали и объясняемые переменные, и, точнее, и объясняемую нашу одну переменную целевую, и наши признаки, которые мы в дальнейшем хотим использовать. Мы их прологарифмировали, прибавили единичку, чтобы не получилось каких-то экстремальных значений, и построили, опять же, такой же график, как у нас был до этого, но уже на логарифмированных данных. Как вы думаете, стало лучше, стало хуже? Какое ваше мнение? Ну, лучше, по идее. Ну, для чего лучше? Ну, например, первый вот точно более заметно стал. Угу. То есть здесь он был, во-первых, нелинейная какая-то взаимосвязь, да, плюс была дисперсия, здесь вроде как точки распределены более-менее там в одном облаке, да.
Второй график, возможно, стал чуть-чуть получше, но, опять же, видно, что у нас есть достаточно много точек, которые из нашего вот основного облака все равно выбиваются. То есть имеют достаточно такие экстремальные значения. Ну и третий график, он на самом деле как будто бы просто чуть-чуть съехал вправо. То есть он, опять же, там какой-то полезной информации кажется, что не особо дает. Ну давайте посмотрим на корреляцию. Видно, что из корреляции, что у нас по... Давайте предыдущую сюда возьмем. Видно, что у нас, например, для TV увеличилась она, для радио, наоборот, снизилась. То есть, несмотря на то, что у нас здесь, казалось бы, облако точек более рассеянно было, чем здесь, корреляция, тем не менее, уменьшилась. Ну и для газет она тоже немного уменьшилась, но в целом она как была низкой, так и осталась. Но опять же, это точечные оценки, то есть мы не знаем доверительных интервалов, там, PVL для них, поэтому пока что давайте не очень корректно говорить, что корреляция есть, но достаточно низкая. Там у газет и у радио тоже, на самом деле. Хорошо, давайте теперь поговорим про то, как мы можем обработать объясняющие переменные, вообще какие они бывают и для чего нам необходимо их обрабатывать и какие действия с ними производить. Значит, две большие группы, на которые их можно разделить, это непрерывные и категориальные. Об этом мы на одном из предыдущих занятий говорили. Напомню, непрерывные переменные принимают любые действительные значения. Там, если, допустим, это значение от нуля до бесконечности, это тоже непрерывная переменная. То есть действительные не значит, что там обязательно должны быть какие-то отрицательные. То есть в этом плане тут может быть не очень корректно, но я думаю, определение в целом понятно. То есть если у нас есть переменная, у которой нету каких-то четко обозначенных категорий, то есть она может менять свои значения, и у нее нету никакого ограничения, или она там флотовой переменной является, то, конечно же, она будет непрерывной. Категориальные переменные – это, значит, переменные, которые имеют какое-то ограниченное количество значений. Например, там, цвет, какие-то цвета, которые мы заранее выбрали, или, например, там, марки машин или телефонов, чего угодно. В общем, перемены, у которых есть какое-то ограниченное количество значений, и мы за это ограниченное число не выходим. То есть мы знаем, сколько их, знаем, какие они. Начнем с непрерывных переменных. Какие обычно бывают проблемы с непрерывными переменными? Самая большая проблема – это пропуски. И заполнять, не заполнять, удалять эти пропущенные значения – это всегда очень-очень большой вопрос, он достаточно непростой, и от задачи к задаче, от датасету к датасету, ответ на него может быть абсолютно разным. Но давайте посмотрим, какие самые простые варианты борьбы с пропусками у нас есть. Во-первых, это заполнить какой-то статистикой, средней, медианной, модой, чем угодно. Чем такой вариант, какие у него есть плюсы и минусы? Давайте об этом тоже поговорим. Плюсы. Он достаточно простой. Посчитали среднее, заполнили, все хорошо, никаких с этим проблем нету. Еще один плюс – это то, что если мы, допустим, заполнили средним, у нас никак не меняется, точнее, оно может поменяться, но там, в базовом случае у нас не очень сильно меняются какие-то статистики. То есть если у нас там медиана и средняя были примерно одинаковом уровне, то они не сильно поменяются. Да и в целом само распределение, если мы в него добавим средних, не должно сильно там поменяться, если, опять же, оно более-менее нормальное. Какие минусы у этого метода есть? Но, конечно же, вопрос простой, который можно всегда задать, это а почему средним заполнили, а почему медианой, а почему чем-то другим, чем это лучше, чем это хуже, нужно какие-то объяснения. А объяснений зачастую сложно придумать, и нужно все равно делать какой-то перебор и объяснять уже, исходя из того, как ваша модель справится с этими значениями. То есть заранее нельзя сказать, что будет лучше. Второй вариант – это пропуски просто-напросто убирать. Тоже плюс у этого способа – он простой, он достаточно эффективный иногда бывает, если пропусков немного. Однако минус, конечно же, если у нас половина датасета есть пропуски,
не хотелось бы убирать эти наблюдения, хотелось бы там как-то их дозаполнить и как-то с ними работать. То есть убирать все наблюдения только потому, что там в одном из признаков есть пропуск, не очень хорошая идея, особенно когда у вас датасет там из 10 тысяч наблюдений превратится там в 500 или в 1000. То есть совсем-совсем печальный вариант. Значит, тут еще есть один поинт, который нам говорит о том, что можно предсказывать пропущенные значения по непропущенным. Тоже неплохой вариант. То есть как его можно устроить? Не будем там более подробно и конкретно на нем останавливаться, но в целом логика такая. У нас есть какие-то наблюдения, и у нас есть какое-то наблюдение с выбросом, например. И мы каким-то алгоритмом как-то поняли, что у нас эти наблюдения похожи между собой. Ну, давайте заполним тогда пропущенное значение, пропущенную переменную, тем числом, которое у нас было в похожем наблюдении. Ну, то есть, условно, у нас там, если мы задаем задачу кредитного скоринга решали, у нас, например, есть два наблюдения, там, два мужчины, они там примерно одного возраста, у них там какие-то признаки другие совпадают, там по семейному положению, еще почему-то, но мы не знаем, у одного из них мы знаем доход, а у второго не знаем, и никаким образом выяснить не можем. Ну, давайте просто-напросто тогда в качестве дохода подставим это значение. Или найдем еще похожих, значит, вот таких вот мужчин с таким набором признаков и усредним их значением, и поставим в качестве пропущенного именно его. Вот. То есть такой вариант тоже имеет право. Ну, давайте посмотрим на пропуски в нашем датасете. У нас их нет, это хорошо, не нужно с ними заморачиваться, думать о том, как заполнять, что делать. Но какие-то варианты, в общем, мы с вами разобрали. Если вдруг встретите датасет, где пропуски присутствуют, варианты того, как это делать, есть. Может быть, на следующих занятиях там более подробно, с более сложными вариантами поработаем. Хорошо. Значит, какое здесь еще есть пояснение. Например, всегда нужно анализировать, если у нас есть присутствуют пропуски, всегда нужно анализировать, случайны ли они. То есть иногда, если у нас какой-то признак отсутствует, это может быть достаточно важной информацией для того, чтобы там что-то предсказывать. Ну и здесь у нас есть пример. Предсказание возраста пользователя по данным с его телефона. Поскольку люди старшего возраста чаще пользуются простыми телефонами, факт отсутствия каких-то данных, например, история посещенных интернет-страниц, скорее всего, будет хорошим признаком. Ну да, то есть, если у нас есть какие-то данные с телефона, и мы видим, и у нас есть какая-то информация, например, количество посещенных сайтов в день или в месяц, и мы видим, что, значит, у нас какие-то значения будут пропущены, это говорит нам, скорее всего, о том, что посещений просто-напросто не было. И, скорее всего, если человек не пользуется интернетом, то есть здесь уже мы берем такую статистическую закономерность, то это, скорее всего, человек, который там, достаточно пожилого возраста. То есть ему это не нужно, и он это не хочет использовать. Конечно же, есть люди, которые там не пользуются интернетом и среди молодежи, однако мы сейчас говорим про статистику и про, там, опять же, средние значения, про медиану, моду, про большинство. И вот в среднем, конечно же, интернетом не пользуются люди пожилого возраста. Именно поэтому как признак мы можем факт отсутствия этих данных использовать. Вторая большая проблема с непрерывными переменными – это выбросы. Выбросы могут ломать нашу модель, они могут вредить нашим предсказаниям, они в целом могут быть, как я уже говорил, неадекватными, там мы можем получать какие-то отрицательные значения или значения, которых просто не может быть. В общем, с выбросами, да, нужно бороться. Но мы уже с вами просматривали на примере нашей зависимой переменной, нашей целевой выбросов особо не было. Ну и для, значит, других непрерывных переменных тоже видно, что в целом более-менее все нормально распределено. Даже у newspaper, то есть кажется, что вот здесь какой-то выброс есть, но он, скорее всего, определяет самим распределением. Видно, что у нас такая вот ступенька вниз-вниз-вниз идет, и в целом вот это вот наблюдение там, выбросом вряд ли можно считать. То есть это просто закономерность, которая действительно в наших данных, скорее всего, присутствует. Окей. Еще один, не то что проблема, но то, о чем не стоит забывать, это масштабирование признаков.
оно не всегда нужно, не во всех моделях, но есть очень большой пласт моделей, которым просто необходимо масштабирование, иначе они будут очень-очень плохо работать. Подробности, почему это так, мы, наверное, сейчас разбирать не будем. Поговорим лучше о том, что такое масштабирование вообще. Если вы помните, у нас на первом семинаре, по-моему, мы с вами делали такое упражнение вместе, что у нас там есть какой-то набор данных, и мы, значит, там вычитали из него среднее значение, делили на стандартное отклонение. Вот. Это один из способов масштабирования, то есть нормализация, который называется Standard Scaler. Также в этом же семинаре мы с вами делали min-max scaler, когда вычитали минимальное значение, делили на максимальное минус минимальное. То есть эти все методы для масштабирования нужны для двух целей. Во-первых, мы таким образом все наши данные, все наши признаки сводим к какой-то одной шкале, примерно похожей. Например, min-max scaler мы все данные сводим от 0 до 1. Standard scaler, если распределение нормальное, сводим к нормальному с параметрами 0,1. Вот. И наши данные, во-первых, они более-менее похожи друг на друга становятся, и нету каких-то странностей, там, когда мы строим модель, получаем какое-то большое значение у какого-нибудь параметра, и такие говорим, о, круто, у нас там в зависимости от TV с параметром там, 1000 получилось. Ну, круто. Значит, там TV очень сильно влияет. А это может быть не так, просто потому что у нас там в данных для телевидения были очень большие затраты всегда, а для радио очень маленькие. Однако, если мы там отмасштабируем какие-то затраты в более большую величину, то ситуация будет ровно наоборот. То есть в зависимости от того, в чем у вас там измеряются ваши признаки, или в то, в какой шкале они там представлены, это может очень сильно влиять на параметры вашей модели. Поэтому, отмасштабировав признаки, вы в целом получите там адекватные параметры, адекватную картину того, как у вас ваша целевая переменная, значит, от ваших признаков зависит. Вот. Это первое. Второе. Для некоторых моделей это прям крайне важно делать масштабирование, потому что без этого они просто не будут обучаться. Есть там нейронные сети, например, которые, во-первых, в которых происходит очень много вычислений, и когда вычисления производятся большими числами, это может достаточно сильно застопорить вашу работу. Точнее, не вашу, а работу нейросети. А во-вторых, нейросети, они просто любят нормализованные данные, некоторые архитектуры нейросетей. И если вы им будете подавать не отнормированные данные, они просто будут очень плохо работать. Вот. Так что к этому нужно привыкнуть, и пока что мы там подробно не обсуждаем, для каких моделей нужна нормализация, для каких не нужна. То есть для некоторых моделей она может быть вредной даже. Вот. Но знайте, что такой как бы способ, такой вариант, чтобы обрабатывать ваши признаки, есть. О том, где он применяется и почему, мы далее подробно поговорим еще. Так, есть ли вопросы по тому, что я сейчас рассказывал? Если что, спрашивайте, не стесняйтесь, потому что материал новый, информации много, что-то надо там повторить. Можно спросить? Да. Вы можете еще раз кратко объяснить масштабирование признаков, мы используем... Как оно происходит, правильно? Или что? Нет, вот сама цель. То есть у нас есть определенные данные. Да. Вот, и мы их масштабируем, чтобы у нас наша модель выдавала более точные, не знаю, результаты. Смотрите, еще раз. Мы масштабируем... То есть давайте отталкиваться от того, что у нас происходит после того, как мы отмасштабировали признаки. Когда мы их отмасштабировали, у нас, неважно, в какой величине были там значения, допустим, мы сделали min-max scaler, они все стали от 0 до 1. Ну, представьте, что у нас вот были затраты на рекламу, и какой-то признак был в тысячах долларов, а какой-то был, не знаю, там, посчитанный в центах. То есть в центах, очевидно, он просто имеет более большие значения, но по сути это может быть одно и то же число. То есть измеренное в центах и в тысячах долларов.
То есть оно по факту там в датасете получается разным, но на деле с точки зрения денег это одно и то же число. И когда вы там обучите модель на таких данных, у вас получится, что для центов параметр будет там очень сильно отличаться от параметра для $1000. Ну, понятно, потому что в центах там большие значения, когда в $1000 значения меньше. И при обучении модели вы получите, там, возможно, эти два признака, они вообще одинаково влияют на вашу зависимую переменную, но вы получите два разных параметра, который вам не даст какой-то объективной картины, а насколько там действительно там, влияют затраты. То есть он вам даст какое-то число, которое вы как-то проинтерпретируете, там, в конечном итоге вывод сделаете, но при первом взгляде вы не поймете, там, что оно обозначает. Например, там параметр был бы 1000 и 10. И там может показаться, ну раз 1000, значит, я вот сейчас больше вложу там, в рекламу такую-то и получу от этого 1000 дополнительных продаж. Но вот эта 1000, она обманчива, потому что она там может в центах выражаться. А 10 в тысячах долларов. И 10 тысяч долларов лучше, чем 1000 центов. Вот, примерно понятно один из вариантов, вот, почему это может быть полезно? Ну, то есть это позволяет нам избежать вот этой разницы. Да. Разные как-то измерения тех данных, которые у нас есть. Да, и это важно нам как там для интерпретируемости, но это еще важно и моделям некоторым. То есть в некоторых моделях они завязаны там на расстоянии, и вот внутри они там так обучаются, так, значит, алгоритм построен, что если у вас будет разная шкала, то вы получите неадекватные результаты. Вот, то есть это там для нас, может быть, это еще небольшая проблема. То есть мы как бы проинтерпретировать и потом можем, пересчитав все это вручную. А есть модели, которые вот обучаются на неком там расстоянии между признаками. И когда у вас они в разных масштабах, получается очень-очень плохая ситуация. То есть у вас какой-то один признак будет влиять на все ваше расстояние. Да? А все остальные как будто будут незначимы. Понял, спасибо. Да, окей. Да, да. Вот вы сказали то, что для некоторых моделей масштабирование это прям обязательно. Да. Вот если мы все-таки создаем что-то, нам как-то по входным данным надо понимать, что масштабирование прям обязательным будет. Нет, скорее надо отталкиваться от модели. Если есть модель, которой обязательно нужно масштабирование, это масштабирование надо проводить в любом случае. То есть даже если вы видите по данным, вроде у меня там все около нуля и единицы, или там похоже распределение нормальное с параметрами 0,1, вы все равно делаете standard scaler или min-max scaler, или какой-то еще scaler. Если у вас стоит конечная, там, после уже обработки, вы хотите применить модель, которая необходимо, прям в жизни необходим скейлер какой-то, вы его делаете в любом случае. Вот. То есть, например, если модель не обязательно требует масштабирования, но мы его все равно сделаем, это не будет никак лишним? Это может быть и так повлиять. Поняла, спасибо. Это вот тут вопрос большой. Это на самом деле даже для моделей, где это преобразование необходимо делать, оно тоже может повлиять. То есть это нужно делать, чтобы вы... Потому что это просто ограничение модели в какой-то степени. Но иногда бывают такие ситуации, то есть я не буду скрывать, тут правильного ответа всегда тяжело в машинном обучении там найти. Но бывают ситуации, когда вы сделали масштабирование, все правильно, там, условно, по учебнику, для модели, которой это масштабирование необходимо, и получили результат хуже, чем если бы вы его не делали. Такое бывает. И этому есть объяснение, то есть это там не какая-то магия происходит, но просто сейчас об этом рано пока что говорить. Вот. Смотрите, если у вас, допустим, есть модель, для которой вы не знаете, или вы знаете, что для этой модели не важно, то есть масштабировать, не масштабировать, попробуйте сделать и такой вариант, и такой. Посмотрите на качество. То есть мы с вами, когда там в будущем еще будем говорить про кросс-валидацию, вы поймете, что вот эти вот скейлеры, подбирать их, вообще нужен ли он, это все можно делать с помощью кросс-валидации. То есть есть такой метод, который
позволяет перебирать вообще все. Там разные модели, разные скейлеры и различные преобразования. Вот. Но это в будущем, не на этом семинаре. Хорошо, давайте тогда пойдем дальше, поговорим про категориальные переменные. Опять же, у нас в нашем датасете категориальная переменная всего одна, обозначающая, в каком местности были наши продажи произведены, то есть в сельской, в пригороде или в городе. И, очевидно, в таком виде мы не можем передать модели наши данные. То есть в большинстве случаев модели не умеют работать со строковыми переменными. Сразу оговорка, есть модели, которые умеют работать с этим. То есть не всегда нужно это все обрабатывать. Есть модели, которым вредно такую обработку делать. Но смотрите, ребят, мы сейчас как бы говорим там о каких-то концептуальных вещах и в целом о техниках, которые все равно нужны, но когда вы там будете изучать это на более продвинутом уровне, вы поймете, что есть как бы, во-первых, есть очень много нюансов, во-вторых, есть там огромный набор моделей, где просто-напросто можно передать вот такие вот данные, и модель сама разберется. А есть инструменты, которые позволяют взять датасет, отправить его вместе с таргетом, вообще ничего не обрабатывая, и он там сам поймет, что надо обработать, что сделать и какую модель построить. То есть даже такие инструменты существуют. Но такие инструменты, они бывают не очень... То есть если вы им доверитесь, они вам дадут какой-то результат. Но очень часто, если вы посидите сами, вы работаете над этими данными, поймете там проблематику, вам нужно там строить это, например, для бизнеса, то есть с какой-то интерпретацией нужно это делать, то такие инструменты вам просто-напросто не помогут, потому что они тех ответов, которые вам нужны, не дадут. И построив там, используя вот различные вот эти техники, какую-то более простую модель, более простую концепцию, вы получите результат лучше, во-первых, то есть он может быть хуже, может быть лучше, но там, поверьте, если бы он был всегда хуже, все бы уже давно использовали вот эти все AutoML штуки. То есть AutoML – это вы взяли датасет, закинули его в питоновский пакет, он вам сам все обработал, посчитал, выдал наилучшую модель, наилучшие параметры, там, скейлеры и так далее. Вот если бы это было сделано на очень высоком уровне, мы бы сейчас с вами это все не проходили. Но так как мы с вами это проходим, и это очень востребовано, и на собеседованиях это все спрашивают, значит, это нужно. И это дает иногда лучший результат, чем все эти автоэмальные штуки, а иногда автоэмальные штуки просто-напросто не отвечают на те вопросы, которые вам нужны. Вот, поэтому очень много из того, что я сейчас вам рассказывал, можно делать с оговорками. То есть я вам говорю, что вот пропуски надо заполнять. А есть модели, где не надо заполнять пропуски, где, не заполняя пропуски, вы даже сделаете лучше. Но мы с вами как бы разбираем базу. Поэтому давайте я в будущем не буду вас очень сильно путать и просто не доверять всем моим словам целиком и полностью. То есть когда я говорю, что вот такие данные нельзя передавать, такие данные можно передавать, но в некоторые модели. С теми моделями, с которыми мы будем работать, такие данные передавать нельзя. Поэтому давайте научимся их обрабатывать правильно, чтобы, соответственно, обучать те модели, которые нам нужны. Значит, на чем мы остановились? На том, что у нас есть категориальная переменная, которую наша модель обработать не сможет. Почему? Потому что здесь какие-то строковые переменные, модель с таким работать не умеет, надо что-то с этим делать. Что можно с этим сделать? Ну, во-первых, очевидно, что раз модель умеет работать с числами, надо как-нибудь заменить это все на числа. Но давайте сделаем так. Подставим вместо пригорода, точнее, вместо сельской местности там 1, вместо пригорода 2, вместо города 3. 1, 2, 3. Вот такие вот числа расставим. Как вы думаете, почему это плохо? То есть почему вот такой вот метод, он не очень хороший? Есть какие-нибудь идеи и мысли? Можете, пожалуйста, еще раз повторить вопрос? Смотрите, давайте попробуем сделать так. Раз модель не может работать с вот этими строковыми переменными,
Я их заменю на какие-то интовые. Например, пригороду поставлю единичку, сельское место поставлю единичку, пригороду двойку, городу тройку. Все, модель может с такими числами работать. Почему такой метод плох? Почему он? Чем он делает нам плохо? И модели тоже. Как вы думаете? Это как-то связано с линейной зависимостью? Ну, вообще зависимостью? Ну, как-то связать можно, но можно проще сказать, почему это плохо. Ну, смотрите, самый очевидный, например. Почему я ставлю 1, 2, 3? Ну, поставлю 5, 10, 15. Ставлю 5, 100, 1000. То есть почему именно такой порядок? Кажется, что это уже что-то неправильное, потому что мы не можем как-то универсально для всех данных это все сделать. А у меня вдруг у меня будет не 3 категории, а 10 или 15. Какие мне числа ставить? И там один человек поставит одни числа, другой другие. И модели нужно будет на этом всем обучаться, а значения разные, и какой-то там взаимосвязи она, может быть, и найдет, но ей будет это достаточно тяжело. Второй как бы point состоит в том, что вот вы, например, понимаете, в чем отличие между $100 и $200. То есть вы можете посчитать разницу, вы можете посчитать, во сколько раз отличаются эти значения. А что значит, что там деревня – это 1, а пригород – это 2? Это значит, что расстояние между деревней и пригородом равно 1 чего-то, а между городом и деревней 2 чего-то. Ну, в общем, неинтерпретируемое. Какая-то штука, которую не очень понятно, зачем применять. Поэтому просто так расставить числа – это очень плохой способ. Надо как-то кодировать все это по-другому. И вот один из способов кодирования – это, значит, построить просто-напросто несколько признаков, заполнить их нулями и единичкой следующим образом. Мы для каждого наблюдения строим 3 разных признака. И если у нас, значит, в нашем наблюдении в одном из этих признаков стоит единичка, то к такой категории, собственно, наше наблюдение относится. Вот у нас первое наблюдение относится к пригороду. Здесь у нас действительно был пригород. У всех остальных стоит ноль. Там второе наблюдение относится к городу. Ну, соответственно, точно так же. У всех стоит ноль, кроме города, и так далее. Вопрос к вам. Как вы думаете, можно ли как-то это улучшить? То есть в чем проблема? У нас был один признак, мы сделали 3. Это плохо. Модели такое не нравится. Модель любит, когда признаков мало, наблюдений много, она может все зависимости найти. А когда у нас от одного признака стало 3, уже модели тяжелее искать зависимости, потому что надо и с первым, со вторым, и с третьим разбираться. Надо очень много наблюдений. Как вы думаете, можно ли это улучшить, не потеряв никакой информации? Можно, наверное. Нам просто надо выкинуть один из признаков. Угу. Вот, и если у нас получается, ну, принимается значение не 0 и не 1, то автоматически это будет значить, что это признак. Да, да, все правильно. То есть я могу один из признаков выкинуть, и я никакой информации не потеряю. Смотрите, например, я ставлю сельскую, пригород и город. И в том случае, когда у меня будет 2 нуля, это и будет сельская местность. То есть никакой информации я не теряю. И модель эту информацию тоже будет учитывать. Когда у меня там единичка есть, это значит, что это там пригород или город. То есть да, в этом случае я могу одну из колонок убрать. Как бы не очень много, но все равно приятно. То есть у меня уже на один признак получается меньше. Еще один приятный бонус, который связан с вот таким вот кодированием, это он состоит в том, что нам не нужно никак с пропусками бороться. То есть для пропусков, если бы они у нас были, мы бы могли просто создать отдельную колонку, которую бы назвали пропуски. И если бы у нас стоял пропуск, везде бы были бы нули, а там, где пропуск, единичка. То есть не надо его никак заполнять, не надо с ним ничего делать. А как вы думаете, какой еще есть способ вот бороться с пропусками в таком случае? То есть да, я могу создать отдельную колонку, а вот еще как? Если у меня категориальные переменные. Есть идеи? Сразу скажу, тот способ, вот способ с созданием новой колонки, он лучше, чем
еще один, который есть. Ну, смотрите, мы можем просто-напросто заполнить самым часто встречающимся из значений. Когда это будет хорошо и когда плохо, как вы думаете? Знаете, что у нас... Да-да-да. Может быть, когда у нас много пропусков, это будет плохо. У нас, получается, совершенно другие данные. Угу. Ну да, да, это правда. Во-первых, когда у нас много пропусков. Во-вторых, например, тут неоднозначная ситуация, но представьте, что у вас там из 200 наблюдений 190 – это был бы город, да? А там 5 – сельская местность, 5 – пригород. И в этом случае, как бы заполнив все городом, вы вроде бы ничего и не потеряете, но... Тут это всегда двоякая ситуация, потому что в данном случае, если вдруг у вас где-то вот так попадет, что там будет из пропусков село или пригород, то вы потеряете очень значимую информацию. А так как у вас наблюдений мало, то эта информация может быть там чрезвычайно важной для модели. Поэтому этот способ, он такой, не всегда его можно применять. Лучше создавать отдельную колонку. А еще лучше, ну, не лучше, а есть модели, которые категориальные переменные, с пропусками, без пропусков, там, что бы в них ни было, они умеют с ними работать. Вот. Это так, на будущее вам. Когда будете более сложные модели смотреть, изучать, увидите, что там все проще. Но такие модели, кстати, их надо, там, есть свои проблемы с ними. То есть они, с одной стороны, кажутся какой-то магией, все за тебя сделали, но... Вы потом поймете, что почему это не всегда хорошо, когда за вас что-то делают. Хорошо, значит, давайте, собственно, такой вариант и сделаем. То есть закодируем нашу переменную категориальную и получим вот такой вот датасет. То есть у нас теперь стало на одну колонку больше. У нас теперь 6 их. Хорошо, давайте пойдем дальше, поговорим вот о чем. Значит, представьте, мы обучили какую-то модель, обучили какую-то еще модель, и как понять, что эти модели хорошие? Или, допустим, давайте с одной начнем. Вот мы обучили какую-то модель, как понять, что модель у нас нормальная? То есть, что она предсказывает хорошие, там, делает хорошие предсказания, то, что она у нас не выдает всякие неадекватные значения и так далее. Как это можно сделать? И в машинном обучении есть ответ. Мы можем использовать различные метрики для того, чтобы понять, а насколько наша модель хорошо предсказала, точнее, хорошо себя показала на каких-то данных. Каким образом мы это можем сделать? Ну, мы, например, можем обучиться на какой-то части датасета, а делать предсказания и считать качество на другой. Мы сегодня посмотрим еще, как это делать в эскалерне в питоне. Ну вот один из способов, как измерить качество, это взять одну выборку, на которой мы будем обучаться, а вторую оставить для тестирования. То есть то, что мы оставили для тестирования, наша модель эти данные не видела. И поэтому она, условно, там в боевых условиях может себя проверить, а действительно ли она хорошо работает. Ну, представь, что у нас, значит, были какие-то, значит, какой-то таргет вот в нашем вот этом тестовом наборе. Таргет. Y, зависимые перемены, это все одно и то же. То есть, и когда вы видите, что Y, Y-тест, Y что-то там, это значит разговор про таргет идет. То есть у нас были какие-то вот реальные значения. Ну, опять же, пусть это будут наши продажи. 4 тысячи, 20 тысяч, 110 тысяч. И мы сделали какие-то предсказания. Наша модель выдала 5 тысяч, 10 тысяч, 100 тысяч. Хорошие это предсказания или плохие? Для этого мы можем использовать различные метрики. Сейчас поговорим о том, какие они бывают, в чем их различия. И уже перейдем непосредственно к коду, к обучению модели и к применению всего того, что мы сейчас обсудим. Значит, первая метрика – это средняя абсолютная ошибка, mean absolute error, считается следующим образом. Y и t с колпачком – это наши предсказанные значения, Y и t – это реальные значения. То есть мы берем сумму разности по модулю реальных значений и предсказанных. То есть мы делаем 5 минус 4 – под модулем, 10 минус 20 под модулем, 100 минус 110 под модулем, все это складываем и делим на количество наблюдений.
Таким образом, мы получаем, если делать с точки зрения интерпретации, число, которое говорит, что в среднем по модулю мы отклоняемся, наши предсказания отклоняются от реальных значений на 7. Опять же, если я получил просто так это число, оно мне само по себе ни о чем не говорит. Но если у меня есть какие-то две модели с двумя различными предсказаниями, Y-пред модуль 1 и Y-пред модуль 2, я могу посмотреть, где эта метрика будет меньше. Соответственно, чем она меньше, тем для нас лучше. Понятно, почему чем меньше, тем лучше? Или нужно еще рассказать, осознать это? Понятно. Окей, отлично. Давайте нарисуем мое и посмотрим, как она у нас штрафует, значит, за ошибки. По оси X мы откладываем, собственно, нашу ошибку, то есть y-ыта минус y-ыта с колпачком, а по оси y откладываем штраф, который мы будем на наше предсказание накладывать. И видно, что у нас все происходит линейно. То есть если мы отклонились на 1 единицу, штраф равен 1 единице. Отклонились на 3 единицы, штраф равен 3 единицам. То есть нам не важно, насколько было большое отклонение, штраф всегда будет линейный. Это о том, какие еще есть варианты, мы сейчас поговорим, и почему такой вариант там может быть хорошим, может быть плохим, тоже обсудим. Пока же запомним, что вот когда мы используем мое, штраф у нас линейный получается. То есть то, насколько ошиблись, столько в штраф и записали. Смотрим дальше. Средняя квадратичная ошибка MCE mean square error. Мы делаем все то же самое, но за место модуля теперь ставим квадрат. То есть мы считаем, опять же, по названию, средняя квадратичная ошибка. Мы считаем разность квадратов, точнее, квадрат разности между реальным значением и предсказанным, суммируем все это и делим на количество наблюдений. Таким образом, получаем среднюю квадратичную ошибку, среднее квадратичное отклонение. Опять же, мы его посчитали, оно нам ни о чем не говорит, как число само по себе, но если мы сравним там два предсказания, мы можем, опять же, понять, что там одно меньше, получается, что там та модель лучше. Тут тоже, опять же, не забываем, это точечные оценки, то есть метрика – это тоже случайная величина, точная оценка, для нее нужно строить доверительный интервал, чтобы там адекватно говорить, а действительно ли одна модель лучше другой, или просто случайно так получилось. Давайте построим мое и МСЕ на одном графике и посмотрим отличия, в чем же у них происходит с точки зрения штрафа. Смотрите, сейчас очень внимательно слушайте, это нужно прям осознать. Когда я... Вот у меня, собственно, синяя линия – это мое, только что его разобрали, ошибка линейная. То есть то, насколько ошиблись, такой штраф накладываем. МСЕ, видно, что ошибка квадратичная. Из формулы тоже понятно. То есть если я ошибся на 1, штраф будет 1. Но если я ошибся на 3, штраф будет уже 9. То есть МСЕ у нас, чем дальше мы делаем, чем у нас больше ошибка, чем дальше отклонение, чем больше отклонение Y предсказанного от реального, тем больше штраф мы будем накладывать. Вот это основное отличие. Можно спросить? Да. А что мы понимаем под штрафом? Это просто число. То есть штраф – это… Вот смотри, уберем сумму, просто посмотрим на то, что у нас стоит под суммой. Y-ыта минус y с каплачком в квадрате. Это какое-то число, правильно? И это и будет штраф для какого-то одного наблюдения. Потом мы эти штрафы просто-напросто усредняем. То есть штраф, ошибка – это одно и то же. Ну, точнее, ошибку мы можем по-разному интерпретировать. То есть у нас есть там отклонение Y от предсказанного Y, да? И с точки зрения там MCE, то есть средней квадратичной ошибки, эта ошибка вот считается таким вот образом в квадрате. Ошибка у мое – это ошибка под модулем. То есть тут с точки зрения, да, одного и того же слова не очень корректно. Но штраф – это вот эта вот величина для какого-то конкретного наблюдения. Потом мы это усредняем, получаем средний штраф, среднюю ошибку. Понятно? То есть это так принято называть штрафом? Просто
Да. Можно, допустим, это отклонение назвать. Ну, получается. Смотри, отклонение для... Вот представь, что у тебя есть реальное значение 10 и предсказанное 5. Отклонение равно 5, 10 минус 5. Но ошибка и штраф для МАЕ и для МСЕ, оно будет разным. То есть отклонение одинаковое в 5, а штраф будет разным. Для МАЕ этот штраф будет 5 равен, а для МСЕ штраф будет 25 равен. Понял. Понятно, да? Окей, хорошо. Давайте тогда на такой вопрос ответим. Вот смотрите, мы посмотрели на эти метрики, чуть-чуть о них так поразмышляли. Какая метрика более чувствительна к выбросам? Прежде чем ответить на этот вопрос, может кто-то сразу может ответить. Какая из этих метрик более чувствительна к выбросам? Более чувствительна? Да. Может быть, которая квадратичная? Да, которая квадратичная. Почему? Потому что если у нас есть какие-то большие отклонения, она их очень сильно будет штрафовать. Вот представьте, что у меня y true, то есть реальные значения y. Неважно, какие они. Давайте разберем проще. Моя... для первой модели, model 1, для нее отклонение равны, ну, например, 1, 1, 1, 1. И у меня есть вторая модель, для которой отклонения равны 0, 0, 0, 3. Да, смотрите. Тогда попробуем там, посмотреть на ошибки, которые у нас получаются. То есть первая модель, она просто-напросто всегда ошибается на 1. Ну или минус 1. Неважно. Допустим, мы это под модулем взяли. То есть она ошибается всегда, но не очень сильно. И есть модель 2, которая иногда вообще не ошибается. То есть она прям ровно попадает в Y. А иногда... получается так, что она предсказывает очень плохо, то есть с каким-то большим выбросом. Вот как вы думаете, какая метрика предпочтет первую модель, а какая метрика предпочтет вторую модель? Давайте. Что? Ну, первую метрику, скорее всего, вторую. Давайте попробуем посчитать и посмотреть, что у нас там в действительности получается. Давайте сделаем для МСЕ. Для МСЕ мы, значит, эти ошибки берем в квадратах и делим на количество наблюдений. То есть у нас получается 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, то есть 1 в квадрате – это 1. Получается просто-напросто 4 четвертых – единичка. В данном случае МСЕ у нас по нулям, но… В конце она равна 3, то есть 9, 3 в квадрате, деленное на 4, это значение больше 1. То есть МСЕ, для МСЕ важно, что у нас нету больших выбросов. Еще раз, МСЕ чувствительно к выбросам. И поэтому среднеквадратичная ошибка предпочтет первую модель. Понятно, да? Она предпочтет модель, которая ошибается, но не очень сильно. Вместо той модели, которая не ошибается иногда вообще, но зато там, где она ошибается, дает слишком большое отклонение. Понятно то, о чем я сейчас говорю? То есть получается, МСЕ это для первой модели, а МАЕ это для второй. Ну да, предпочтет. МСЕ предпочтет первую модель, а МАЕ предпочтет вторую. Из-за того, что у нас квадратичная, она будет нашу ошибку еще сильнее усиливать, да, и да. Будет проще несколько маленьких взять. Да, она лучше возьмет модель, которая ошибается, но не сильно, чем модель, которая иногда вообще не ошибается, а если уж ошибается, то очень сильно. Давайте посмотрим на МАЕ. Что же будет с МАЕ? Везде ошибка по единичке. Это у нас, опять же, 4 четвертых, а здесь одна ошибка равная 3, 3 четвертых. То есть МАЕ предпочтет вторую модель. Метрика получилась меньше.
То есть для МАЕ не важно, что есть один большой выброс. Она его линейно, значит, посчитает линейную ошибку. Ей важно, что мы не ошибаемся иногда вообще. Вот. Понятно вот в такой вот интерпретации отличие МАЕ от МСЕ? Да, тут вроде понятно все. Супер, отлично. А не могли бы вы еще раз пояснить, для чего это нужно, вот, это вот эти две метрики? Да, для чего это нужно? Все зависит от той задачи, которую ты хочешь решать. Представь, что у тебя задача, для которой важно, чтобы не было больших отклонений. То есть, например, ты прогнозируешь спрос на какой-нибудь скоропортящийся товар, например, там на курицу, и тебе плохо, если курицу завезут в очень большом количестве, а купят ее очень мало. Хотя иногда твоя модель предсказывает точно. Тебе лучше там несколько дней переборщить, там, условно, не так сильно, но зато ты не так много потеряешь в деньгах, да? Ну, условно, вот у тебя такая задача. Где важно, чтобы не было больших выбросов? Тогда по какой метрике ты будешь оптимизироваться? По МСЕ, получается. Да. А теперь представь, что у тебя другая задача, где как бы ты закупаешь, не знаю, гвозди. То есть они, ты их можешь купить чуть больше, они будут у тебя год лежать, и с ними вряд ли что-то случится. То есть тебе важно не расстраивать своего клиента, то есть чтобы у тебя гвозди всегда были. При этом ты готов иногда немного ошибаться. Тогда ты предпочтешь другую метрику. Вот и все различие. То есть все зависит от задачи. Всегда все зависит от задачи, всегда все зависит от данных, от того, что вы хотите получить. И в данном случае мы считаем модель лучшую по МСЕ, если нам важно, чтобы не было выбросов. Естественно, считаем модель по МАЕ, если нам там, мы готовы с выбросами мириться, но у нас модель должна быть там максимально точной. Ну, в каких-то точках. Вот. Окей. Давайте пойдем дальше. Поговорим про среднюю абсолютную процентную ошибку. Значит, почему важно в какой-то момент вводить процент? То есть метрика, видно, очень похожа там на МАЕ, но за счет деления на Y мы получаем некий процент. Представьте, что вы предсказали, значит, единичку, а в реальности было 10. И это, очевидно, не то же самое, что если бы вы предсказали 1000, а было 1009. Например, там, в долларах. Или, не знаю, у вас есть какие-то... В общем, в долларах тут, конечно, примерно то же самое получится, но представьте, что это для каких-то там разных величин, например, вы предсказания сделали. То есть бывают иногда ситуации, когда... Вот, например, у нас когда маленькие значения, 1 и 10, здесь действительно 9 – это... достаточно много, потому что от 10 это составляет целых 10%. А когда у нас 1000 и 1009, то такая ошибка, она кажется не очень значительной. То есть, ну, как бы было 1009, мы предсказали 1000, но не так мы сильно отклонились. Все равно в большей части, в процентной части, мы предсказали правильно. И вот в данном случае метрика МАПЕ, она просто... необходимо. Например, это очень часто бывает, когда вы с какими-то там финансовыми данными работаете. То есть, опять же, с точки зрения МАЕ и МСЕ, эти две ошибки абсолютно одинаковые. Равна там с точки зрения МАЕ 9, с точки зрения МСЕ 81, и там, и там. Однако, с точки зрения МАПЕ, мы видим, что в первый раз мы ошиблись там на 90%, а во второй всего на 1%. То есть, разница огромная. Если нам... Ну вот обычно это в финансах, мне кажется, такие задачи возникают, когда нам важно именно посчитать не просто, что мы там ошиблись на сколько-то, а у нас значения достаточно сильно разбросаны, и когда ответ равен 10, а мы посчитали 1, это более плохо, чем когда у нас ответ был 1009, а мы посчитали 1000. То есть 1000, она все равно близка в какой-то степени к 1009, а единичка от 10 на достаточно большом расстоянии находится. Опять же, расстояние с точки зрения процентов. То есть, да, с точки зрения математики они на одну и ту же величину отклонены друг от друга. Вот, в общем, бывают задачи, когда нам важна именно процентная ошибка. И мы, собственно, запишем функцию, которая для
тестовых и предсказанных значений нам будет все эти метрики считать. Вот таким вот образом мы просто-напросто будем их принтовать. Значит, давайте тогда вопрос, есть ли какие-то по метрикам? Пока что не будем жать дальше. Разберемся с метриками лучше до конца. Так, ну отличие МСЕ, МАЕ мы вроде как посмотрели. МАПЕ, опять же, считает в процентах ошибку. То есть если у нас есть какие-то значения, которые, для которых важно именно процентное соотношение между предсказанным и реальным значением, для этого можем использовать МАПЕ. Для всех этих трех метрик мы записали вот такую вот функцию. То есть мы передаем тестовые значения и реальные значения предсказанные. У нас получается расчет трех метрик. Окей. Так, у нас времени немного. К модели, я думаю, мы не успеем подойти, но немного поговорим о том, что мы, собственно, уже о чем мы говорили еще в предыдущем пункте. Это разбиение выборки на обучающую тестовую. Значит, эта техника, она обычно используется в более сложном виде, но в самом простом случае, чтобы оценить, насколько наша модель действительно хороша, мы можем все наши данные разделить на две части. Одну часть использовать только для обучения нашей модели, а вторую использовать как будто бы в реальных условиях. Мы что-то предсказываем, получаем какие-то предсказания, сравниваем с тем, что есть в реальности. То есть мы просто-напросто делим выборку на две части. Например, 20% к 80%. То есть на 80% обучаемся, на 20% тестируем наши модели, если у нас их несколько. Есть вот функция train-test-split. Мы передаем датафрейм, передаем размер теста выборки и фиксируем random state, чтобы на разных компьютерах разбиение было одинаково. И видно, что у нас там как-то рандомно попали наблюдения в train, как-то рандомно попали наблюдения в тест. Вот, получили две такие выборки. Одну мы просто-напросто отложим и будем с ней работать уже после того, как обучим модель. А на второй будем обучаться. Подготавливаем дальше наши данные. Мы из train выборки забираем таргет, из теста выборки тоже забираем таргет. И трейновая наша выборка и x, то есть обучающие переменные, мы таргет наш дропаем, то есть оставляем только наши признаки для трейна, для теста. Ну и берем название наших фичей. То есть название наших фичей – это все, что не содержит, где нету sales. То есть sales – это наш таргет. Можем посмотреть на размеры, которые у нас получились для x. То есть еще раз, x – это датасет без зависимой переменной, без целевой. В y обычно так называют и выносят зависимую или целевую переменную. Ну и вот видно, что у нас… Да. Да. Спросить быстро. Вот это в конце получается byte. Это получается вектор? Да, да, да. Смотрите, в конце мы переводим все в NumPy, потому что вот у нас получились NumPy array. То есть это по сути тот же самый датафрейм, но без колонок. Почему так? Потому что модели машинного обучения и там SScalerные, они просто с NumPy работают. То есть они с пандасом не все работают. Сейчас уже большинство из них работает с пандасом, но на NumPy, помните, да, вычисления производятся намного быстрее, так как он в нем реализованы там. Ну, под капотом у него C лежит, то есть там компилятор на C написан, на плюсах точнее, и там просто вычисления происходят намного быстрее, чем в пандасе, чем с листом и так далее. То есть в конечном итоге, да, мы все переносим в пандас, в NumPy. И видим, что у нас, собственно, выборка наша разбилась. У нас 160 наблюдений в трейне, 40 в тесте. То есть ровно 20 к 80. Так, ну, время у нас уже закончилось. Значит, нам еще на следующем семинаре мы точно продолжим этот. То есть нам надо обучить несколько моделей. Там, построить наивный прогноз, построить линейную регрессию, построить метод ближайших соседей. Ну и все на этом, по-моему, там все заканчивается. Да. Давайте тогда это уже в следующий раз сделаем. Так, вопросы есть какие-нибудь? Насколько вообще тяжело было? Что было самое тяжелое? Может быть, что-то на следующий семинар надо повторить, подготовить, еще раз об этом поговорить. У нас были с вами, смотрите, метрики,
У нас были обработка данных, категориальных, непрерывных переменных. Или все понятно? Или наоборот, может, все легко? Есть какой-нибудь фидбэк? Ну, по теории, то, что вы объясняли, вроде все было понятно. На практике как это пока что не особо представляю, как это. Потихонечку-потихонечку все это будем делать. На следующем семинаре, дальше. На практике это все будет быстрее объясняться, поверьте. На практике сейчас в Питоне настолько все просто написано, что там применяешь два метода, и они за тебя все делают. Практика пройдет в этом плане быстро. Сейчас важно именно концептуально понять, что мы будем делать. Окей, хорошо. Тогда план на следующий раз. Мы с вами доделаем этот семинар, обучаем модели и проходим дальнейшие более сложные уже темы. Если вы дома будете разбирать ноутбук, смотреть, обратите внимание, если не поняли или не до конца разобрались с вот этим вот разбиением на обучающую тестовую выборку и с метриками. В следующий раз у нас будет уже новый материал, где мы будем более сложные техники по разбиению нашего датасета проходить. То есть не просто там поделили на трейн-тест-часть, а более сложно и для более сложных задач. Окей, ладно. Пожалуйста, конспект сегодняшний. Да, хорошо, сейчас я его сразу пришлю. И подскажите, на следующей паре вот по машинке будет уже МСР? На следующей паре, думаю, что нет. Все, спасибо. Окей, хорошо. Тогда, если еще какие-то вопросы будут, пишите в Телеграме, спрашивайте вопросы, не стесняйтесь, будем все разбирать. Все, всем до следующей недели, всем пока. До свидания. До свидания.